Ух ты, да, это мы попали. Хорошо, чтобы спускаться, нужно найти место, где можно спуститься аккуратно. Хотя у нас есть парашют, и можно гораздо быстрее спуститься с помощью парашюта. Сейчас спустимся чуть ниже, и, в принципе, можно прямо отсюда уже прыгать. Ох, это было довольно весело. Хорошо, найдем местечко, где можно переночевать. У нас уже полдень, и нужно найти место, где переночевать. Уже перекусить, конечно. Сколько там зомби ходит? Обалдеть. Хорошо, нужно подняться наверх в горы и уже посмотреть, что по ту сторону горы находится у нас. Сколько крови-то. Видимо, здесь какая-то была бойня. Нужно, конечно, по-тихому. Возьмем уже биту, и если что, по-тихому будем выносить зомби. Там, кажется, какое-то движение было. Так, прыгнуться можно и подойти как-то сверху, уже посмотреть, что там происходит. Главное, чтобы не нарваться на зомби. Там их слишком много. Хорошо, поднимаемся, наверное, все-таки наверх и посмотрим, что у нас наверху. Не хочется, конечно, сталкиваться с кем-то мне в какой-то перестрелке, потому что у нас довольно мало патронов. О, все-таки зомби бегают. Их тут довольно много. Так, хорошо, поднимаемся уже выше. И последний остался. Готов. Вот то, что мы искали. Населенный пункт. Возможно, там есть и выжившие. Хорошо, будем приближаться уже к нему. Посмотрим, что у нас там есть. Там вижу, какие-то есть бочки. Может, бочка можем. И какие-то есть палатки. Хорошо, будем спускаться и посмотрим, что у нас там есть. Пока что никакого транспорта у нас нету. Конечно, хочется найти и все-таки быстрее передвигаться уже. Найти уже реально какой-то хороший домик его. И сделать его своим домом. Огородить хорошенько его забором. Вроде показалась какая-то машина. Хорошо, будем спускаться, нужно найти, где можно отдохнуть уже. И чуть погодя уже, когда стемнеет, будем подходить уже к городу. То есть пригороду. Можно подкрадываться. Взять дубинку и подкрадываться к зомби. И просто мозги наружу. О, довольно прикольно получилось. Надеюсь, больше не встанет. Я прошел мимо, и походу у нас портится погодка. Хорошо, нужно все-таки ускориться. Нам нужно успеть до темноты уже обыскать этот пригород. Так, эти палатки, походу, пустые, никого не видно даже. Можно подойти чуть ближе. Какой тут большой завал-то машин разрушенных. И ни одна из машин, походу, не действует. Хорошо, можно, в принципе, и отдохнуть уже, перекусить. Тут даже есть костерчик. Да, однозначно мы тут перекусим уже и отдохнем. Прошло 2 часа, перекусили и отдохнули. И услышали какие-то перестрелки. О, какие-то реально перестрелки начались. Походу, выжившие разбирают смесь зомби. Так, хороший выстрел, можно посмотреть уже. У них, видимо, есть хорошее оружие. Либо нужно им помочь.
Походу просто избивает какую-то женщину. И походу мертвая. Нормально, блядь, сходить. Может, конечно, собрать патроны. Сколько крови-то? Да, вижу здесь патрончики. Дробовик, и у нас тоже тут дробовичок. Но, в принципе, неплохо. Патроны мы собрали. И, в принципе, хорошо. Будем выдвигаться дальше. Возле пригорода есть такие бочки. Можно подняться на них и посмотреть уже свысока. Но тут два зомби. Их можно, конечно, по-тихому снять. Так, одного мы сняли. И второго. Чтоб не мешались. Возле пригорода слишком много зомби. Хорошо, мы выдвигаться дальше. Нужно найти место, не переночевать. Этот пригород подходит в самый раз. Высоких зданий не вижу, но, в принципе, там можно где, конечно, обогреться. И переждать ночку. В самый раз подходит. Хорошо, будем подниматься на эти бочки и посмотрим, что с этих бочек мы сможем увидеть. По-моему, есть движение наверху. Да, вижу снайперскую винтовку. Это снайпер дозорный. И также есть парочку внизу. Кажется, один. Хорошо, подойдем, наверное, с правой стороны. Если что, мы дозорных снимем. И уже заберемся на бочки. Посмотрим, что там у нас с этим пригородом. Сколько зомби. Нужно как-то по-тихому подойти. Возможно, нас могут услышать. Там есть еще один дозорный. Они просто это курят. И у нас третий наверху. Хорошо, обойдем на правой стороны, с ним сначала внизу дозорных, а потом уже заберемся повыше. А вот как раз и лестница, где можно забраться на эту бочку. Можно взять бейсбольную биту и по-тихому снять их. Хотя нужно взять, конечно, и оружие, возможно, кто-то еще будет здесь. Главное по-тихому, по стелсу. Так, хорошо, наверное, бейсбольную биту возьмем. И думаю, одного удара будет достаточно. Так, у него было оружие, походу какой-то ножик. Так, мы подберем и, наверное, убьем второго. Так, у нас есть такой, о, какой, какой крутой ножик. Армейский ножик. Это был пистолет. Так, это дело мы изберем. Наверное, забираемся наверх нужно и снять снайпера еще. Так, у нас появился еще один пистолет. Так, секундочку, я не вижу его. Возможно, были просто патроны к нему. Снайпер нас не заметил. Да, стоит на месте. Это, конечно, хорошо, уже темнеет. И тут пригород как на ладони. Тут можно перелезть. Перерезали горло, и ты на весь снайперская винтовка, улучшенный прицел и нет глушителя. Без глушителя, конечно, это плохо. Можно было поснимать. Ух, сколько там топлива-то! Так, вижу, вооруженные люди есть. И происходит, видимо, какая-то вечеринка. Можно, конечно, пойти прямо сейчас, а можно и подождать, уже когда стемнеет. Наверное, мы поступим именно так. Переждем, разведем костерчик, перекусим и пойдем уже ночью.